Сарган – морская, стайная, пелагическая рыба, то есть обитающая в толщу поверхности воды. Сарган имеет вытянутое и узкое угреобразное тело, напоминающее тело рыбы-иглы. Чешуя очень мелкая, перламутрового блестящего цвета, челюсти сильно вытянуты, образуют характерный клюв, напоминающий клюв птеродактиля. Маленькие острые зубы на клюве позволяют саргану во время быстрого плавания хватать мелкую добычу – кильку, хамсу, тюльку, ракообразных. В большом количестве сарганы водятся в Черном, Азовском и Мраморном морях, различают много подвидов. Максимальная длина тела – 104 см, обычная длина – 70 см, максимальная масса – от 1 кг и больше. Совершает сезонные миграции, весной взрослые особи подходят ближе к берегу для размножения, а зимой перемещаются в открытое море. Самки достигают половой зрелости в возрасте 5 лет, а самцы – на 1 год раньше.